обвиняемого в шпионаже американца Пола Уивена не будут обменивать на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел. В ведомстве сообщили, что речь об обмене американца на арестованных за границей граждан Российской Федерации не идет и что Уивена ждет суд. На Смоленской площади подтвердили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент он содержится в СИЗО Лефортово, ему грозит до 20 лет заключения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре. Гражданина США Пола Николаса Уивена задержали 28 декабря 2018 года. По данным прессы, в 2008 году он был уволен из корпуса морской пехоты США из-за воровства. В России он якобы бывал с 2007 года. В настоящее время в американской тюрьме находится россиянка Мария Бутина. Власти США обвиняют ее в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. В декабре она частично признала свою вину. В Кремле считают обвинения необоснованными, а Министерство иностранных дел России полагает, что Бутина подверглась пыткам. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга ответила на вопрос о жалобах на недопуск лиц армянской национальности в Азербайджан. По ее мнению, задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана является грубым нарушением их прав. «Мы регулярно ставили этот вопрос перед азербайджанской стороной, говорили о том, что подобные случаи становятся традицией, к сожалению, нехорошей и неправильной», – отметила Захарова. Российская сторона получала заверение от азербайджанского руководства, что ситуация будет исправлена, и мы очень на это рассчитываем, – подчеркнула Захарова. Отметим, что Мария Захарова традиционно выступает с проармянской позиции. Официальный представитель Министерства иностранных дел России также регулярно выступает с критикой в адрес азербайджанской стороны, игнорируя нарушение прав граждан Азербайджана со стороны Армении.